понял все, бегу! Быстрее, опоздаю! Сон приснился, как будто корабль мой разрушен, и я утонул весь в воде, так мокро было. Ух, не знаю, если б не сон, что бы и было. Так. Холодненько я. Вот теперь совсем проснулся. Сейчас бы что-нибудь перекусить. Мам! Ой, а что, мама еще спит, что ли? Я уже кушать хочу. Эх, может здесь что-нибудь есть? Не, пусто. А тут и тут ничего. Эх. Фу, жареная курица и молоко. Да, по-моему, сегодня Макс останется голодным. Мам, а ты долго еще планируешь поспать? Ой, очень долго, сегодня выходной, Макс. Мам, ну я кушать хочу, уже 6 утра. Сколько? 6 утра и ты меня разбудил? Макс, ты что, в своем уме вообще? Иди спать, выходной сегодня. Как в школу, так вас в 8 не добудешься, а выходной в 6 утра кушать подавай. Мам, ну придумай что-нибудь, у нас даже бутерброд не из кого сделать. Отстань. Че зря подушками-то кидаться? А во сколько ты хочешь встать, мам? Я встану не раньше 9 утра, потом схожу в душ, потом высушу голову, потом схожу в магазин, и где-то к 10 завтрак будет готов. Иди поспи, Макс. К 10? Это еще 4 часа, да я умру с голоду. Кать, ты не спишь? Не, Макс, игру новую скачала, вот сижу играю. А ты что встал так рано? Да не спится что-то. Да и ноутбук мама у меня вчера вечером отобрала. Не уж то было поиграть. Слушай, а ты не хочешь уже что-нибудь позавтракать? Хотелось бы, так надо маму ждать. Ага, я сейчас был у нее. Она сказала, Макс, иди спать, в выходной день я встану и в 10 что-нибудь приготовлю. А до 10, сейчас 6, это еще 4 часа. У меня заворот кишок будет. Ну сходи тогда в холодильнике что-нибудь поищи. Сделай себе бутерброд, я не знаю. Из кого там только молоко и жареная курица? Вот это бутерброд получится. Ну возьми молоко, муку, 2 яйца и блинов испеки. Чтобы найти 2 яйца, нужно найти курицу, которая их снесет. Макс, ну я не знаю тогда, но неужели не потерпишь немножко? Эх, ну какие все, я не знаю. Заберу тогда ноутбук, хоть поиграю. Ну, реклама, кыш! Чего сделать? Кейк-попсы? А из чего можно? Так, печенье Орео. Белый шоколад, творожная масса и разноцветная посыпка, и палки. О, как вкусно-то! Кать, я сейчас такую рекламу посмотрел, там можно сделать кейк-попсы из этого, из Орео, короче, давай сделаем, а? Кейк-попсы? Ну, можно. Но ты же сам сказал, у нас курица и молоко, кейк-попсы из курицы и молока? Да ни с чего, там нужен белый шоколад, творожная масса и печеньки Орео, всего-то, еще палка. Макс, я согласна. Вот как только найдешь все эти продукты, сразу ко мне приходи, отправимся делать кейк-попсы. А сейчас не мешай, у меня второй раунд. Катя, какой раунд? Я у Даринелки вчера видел белый шоколад, печеньки Орео и творожную массу. Пойдем сделаем кейк-попсы и заодно ее угостим. Я уверен, ей понравится, тем более она по-любому тоже еще спит. Отлично, Макс. А ты ее об этом предупредил? Может, она хочет встать с утра и съесть печеньку Орео, а не кейк-попс? Катя, ну мы не все возьмем, немножко. Ты бы видела эти попсы, они такие на картинке вкуснючие. Ну, или я один тогда пойду. Нет уж, одного я тебя точно не отпущу. Макс, если что, это ты все придумал. Я нашла тарелку для шоколада, нужно его будет растопить. Эх, не привыкать, Катя. Я нашел тарелку для этой, для творожной массы. Интересно, у Даринелки есть блендер? Орео, нужно будет раздробить. Иди шоколадку найди, нужны ингредиенты. А то мы что с пустой посудой это делать будем? Ох, шоколадка, вот, держи! Осталось найти Орео и творожную массу. И посыпку красивую. Ох, клубничный Орео, обалденно. И творожная масса с изюмом. Немножко посыпки разноцветной. О, Кать, круто, я нашел еще новогоднюю посыпку. У нас будут новогодние кейк-попсы. Ты главное хорошенько подумай, чтобы нас потом не поставили за это в угол. Никуда не поставят, мы же всех угостим. Мы же не только для себя. О, палки! Макс, нет палок, нет кейк-попсов. Получатся какие-то шарики. Кать, не волнуйся, все нормально. Я вместо палочек отрезал трубочки для коктейля. Они тоже подойдут. Ты нашла этот блендер? Да, нашла, блендер тут. Отлично, ну тогда за дело. А наши подписчики и зрители пока поставят нам лайки, чтобы кейк-попсы получились очень вкусные. Печеньки Орео. Спик для однородной массы.
Так, осталось включить кнопку. И все готово. Как пахнет клубничкой. Теперь берем творожную массу и разминаем ее вилкой. Добавляем туда наше Орео и замешиваем тесто. Отлично! Кать, иди сюда! Из этого теста нужно скатать шарики. Мои шарики, кстати, самые ровные. Не, Кать, ты не туда смотришь. Это мои с той стороны тарелки. Так, осталось ставить сюда палки и отправить в холодильник на 15 минут, чтобы они застыли немного. А мы пока растопим шоколад. Макс, а не проще было бы это все съесть просто так? Проще, Кать, но не интересней. Ну вот, почти готово. Осталось обвалять это все в растопленном шоколаде и посыпать вкуснейшими посыпками. Кать, неси шоколад, ну где ты там? Макс, ты где? Макс, домой что ли ушел? Сейчас уже мама проснется. Никуда я не ушел, я кейк попсы проверил, и они уже готовы. Вот, смотри, какая вкуснота и красота. Давай выберем, какие нам, а какие оставим Даринелке на завтрак. Так, подожди, а сколько нас? Мама, папа, Даник, Диана, это 4 и нас 2. 6. А тут хоть что-нибудь останется? Да, еще 2. Ну вот и отлично, пойдем тогда. Дианка, их, наверное, все-таки Хаги-Ваги забрал. Да не, Даник, наверное, сиреноголовый. Я слышала ночью какие-то гудки, как сирена. Кто кого куда забрал? А? А мне расскажите, это что, страшилка новая, что ли? Ура! Макс вернулся! Макс! А мы с Даником проснулись, ни тебя, ни Кати. А где Катя? Значит, Катю Хаги-Ваги забрал. Расстроились, бедные. Да нет, мы ходили с Максом, готовили вам вкуснейший завтрак. И никто нас никуда не забирал. Пойдемте скорее на кухню, Даник. Там такое объедение будет. Ух ты, вы в магазин что ли ходили? А мы вас потеряли. Сидели с Дианкой и думали, кто же вас из дома украл. Остановились пока на сиреноголовом и Хаги-Ваги. А вы вот и нигде. Да не, не в магазин, Даник, круче. Ну, пойдемте на кухню. Выбирайте себе любой, самый вкусный. Ого-го себе, а откуда у нас такая гигантская тарелка? У нас таких не было. Тарелка, точно тарелка, Катя, мы тарелку у Даринелки забрали. Ничего, Макс, сейчас все съедим и вернем в целости и сохранности. Так вы у Даринелки были, а возьмете хотя бы разочек меня туда. Я тоже хочу посмотреть, что там и как. И где там готовят такую вкуснятину? Мой любимый белый шоколад. А вы какой шоколад больше любите? Ой, наконец-то проснулась, холодный душ бодрит с утра лучше, чем все остальное. Можно идти и готовить завтрак моей суперсемейке. А то, наверное, все там уже голодные. Доброе утро, мам! Я ручки помою, а то все испачкала в шоколаде. В шоколаде? В каком еще шоколаде? А, мам, ты все проспала, там Катя и Макс такие вкуснючие штуки круглые на палочке приготовили. С посыпкой разноцветной из белого шоколада, а внутри печеньки Орео и творожная масса. Объедение, я же руки все испачкала. А? Ничего себе, пойду-ка посмотрю. Здравствуйте, точнее доброе утро, завтракайте. Ничего себе. Вы что, их и правда сами сделали? В магазин, наверное, сходили купили. Куда столько сладостей на завтрак? Ну, Катя и Макс. Мам, реально сами сделали, они просто обалденные и не вредные. Там внутри же творог. А ты говорила, что творог очень полезен для зубов и для всего. Ну, немножко Орео и белого шоколада. Мам, ну попробуй, мы тебе тоже сделали кейк-попс. И мне тоже сделали? Ну ладно. Творог, говорите. Какой тот самый вкусный? Попробую вот это ваше чудо.
какой хрустящий и обалденный. Катя, Макс, вы такие молодцы. Слушайте, а может вы вместо меня уже готовить будете? А то что-то я уже не знаю, что и готовить вам целыми днями. А вы вон какие выдумщики. Не-не, мама, давай мы будем только по сладостям. Ладно, уговорили. Какая вкуснятина, слушайте, они похожи на новогодние. Зелененькие, красненькие, звездочки. Эх, ребят, а вы случайно не видели, где они все ингредиенты взяли? Не видели? Ну ладно. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. И теперь вы знаете, как можно сделать такие кейк-попсы. И если вам понравились они, делайте, они вкусные, точно-точно. Мы с Катей уже попробовали.